Доброе утро, дорогие друзья. У нас с утра пораньше такие развлечения. Это все потому, что в нашей студии Нина Трофименко, режиссер и автор «Елки на Енисее» и «Эскимос-шоу». Доброе утро, доброе Нина. Что будет в «Эскимос-шоу»? Что это такое? Это такая большая-большая елка для детей, для их родителей. Очень веселая. Ну и, конечно, мы не могли в этом году не пригласить наших замечательных эскимосов. Мы очень боялись, что они не успеют, но они все успели. И вот они с нами, наши эскимосики. А почему мы в таких ботинках? А потому что мы решили, что утром нужно как-то вас взбодрить, и мы вас сейчас научим. А то обычно вы вяленькие, да? Немножечко, да. Мы вас решили научить поиграть в самый настоящий эскимосский футбол. Давайте, какие правила у эскимосского футбола? Очень все просто. Нужно, Татьяна, мы вас приглашаем встать на одну сторону. Прекрасно. Александр, у вас прекрасная походка. Выбирайте себе команду, то есть цвет шарика. Ну давайте у меня будет зеленый, чтобы не сливался с моими вот. Хорошо, Александр, у вас тогда получается. У меня будет красный. Что нам нужно сделать? Ну, для начала нужно перед каждым футболом, перед каждым видом спорта размяться. Размяться. Вы сейчас вот повторяете движение за нашими эскимосами. Ну давайте. Да вы что? Да-да-да. Вы мою юбку видели? Так, следующее. И следующее упражнение. Это еще не все. Надо, чтобы каждая мышца была размята, и чтобы не было Так, ну что? Так, разогрелись. Замечательно, мы готовы, да. По-моему, получается. Так, но что делать? На самом деле свистков нет в эскимосском футболе, а есть на их языке на старт внимания марш. Ну что, скажем на старт внимания марш? А что нам делать с мячиками? Вам нужно, действительно, что вам делать с мячиками? Вам нужно как можно больше мячей забить на сторону вашего противника. Вы друг другу противники, так. Поэтому вы забиваете только мяч своего цвета. А у меня будет вратарь? Так у меня один всего мяч. Нет, это эскимосский То есть старта здесь нет, нет свистка, можно начинать сразу же. Есть свисток, который скажет... Мы должны друг другу мешать, с одной стороны, с другой стороны забивать. Ну все, давайте, хорошо, поехали. Толкаться можно. Послушайте сначала на старт внимания марш наших эскимосов на их языке. Поехали. Спокойно, девочка. Спокойно. Мужчина, конечно, хитрит. Ну что же поделать? Ах ты так. Ты как-то... Отдай мой мячик. Забирай. Как забить-то? Я уже забил. Ты посмотри. Подыграем. Ой, Ваньки, молодцы. Тихо, тихо. Девчонки взбунтовались. Спокойно. Все. Гол. Можно. Вы это тоже же гол? Еще гол. Нет. Считается. Что гол. Значит считать? Он там, твой мяч, двери его. Не пойду я за ним. По-моему, это ничья была. По-моему, нет, все, обыграли. Нет, это ничья, на самом деле, конечно, это ничья. Ну что, по-моему, вот сейчас настоящее бодрое утро. Это что, какие-то национальные ботинки эскимосские? Да, это специальные национальные ботинки, которые специально разрабатывались нашими эскимосами. Но это, на самом деле, лишь малая часть тех выдумок, которые они придумали. А вы приходите на нашу елку на Енисее, которая состоится 25 декабря. Это такой у нас большой семейный праздник, то есть папы могут также поиграть в футбол вместе папы против мам. Это для взрослых развлечения. Это и для детей развлечения. У нас большой семейный праздник, где каждый найдет себе развлечение по вкусу. Спасибо огромное вам, эскимосики. Спасибо вам большое. Спасибо, это Нина. Такая игра, которая бодрит действительно с утра. Так что обязательно приходите.